На территории Московского района Твери инспекторы госавтоинспекции остановили для проверки документов легковой автомобиль. В салоне машины находились двое уроженцев ближнего зарубежья, 23 и 25 лет, проживающие в Московской области. В процессе досмотра госавтоинспекторы обнаружили в салоне автомобиля 200 полимерных свертков с героином общей массой порядка 165 граммов. За что задержан? За что? На машине нашли наркотик. Чей наркотик? Ну, надо отвезти был на Твер. Здесь разложить? Не понял. Вы должны были в Тверь привезти его? Ну, друг вдвоем. Вдвоем с другом? Да. Раскаиваешься? Что? Вину свою признаешь? Да, признаю. По данным оперативников, наркотик планировали распространять на территории Твери через тайники-закладки. Подозреваемые задержаны и выдворены в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде ареста. Возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет. Оперативная работа по пресечению каналов поступления в Тверской регион наркотических средств – продолжается. Требуется ваша помощь. Разыскивается осужденный Александр Евгеньевич Долгов, 98-го года рождения, который самовольно покинул участок колонии-поселения ЛИУ-8 в Андреапольском муниципальном округе. На вид Долгову 25-30 лет, высокого роста, худощавого телосложения, глаза и волосы темные, над левой бровью шрам. Долгов, осужденный за кражу, воспользовался правом свободного перемещения и самовольно покинул территорию участка колонии-поселения. Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, просим позвонить по указанным телефонам. Внимание! В прокуратуре Тверской области организована горячая линия по вопросам качества предоставления коммунальных услуг. В период с 9 октября 2023 года по 30 апреля 2024 года организована горячая линия по номеру телефона 8 910 937 0717. Позвонить можно в рабочие дни. Поступившая на телефон горячей линии информация будет проверена при наличии оснований принятой меры прокурорского реагирования.